Запись пошла. Привет всем, ребята. Сегодня будет живая торговля без нарезок. Сегодня будет горизонтальный скальпинг. Покажу вам полностью всю свою торговую сессию. Итак, хотите узнать, как я разрезал деньги? Обязательно досмотрите это видео до конца. В конце раскрою секрет. Вы мне писали в Инстаграме свои догадки, но ни одна догадка не оказалась верной. Итак, видео я уже записал, теперь его для вас просто комментирую. Последняя торговля будет в этом году. Торговля на моем аккаунте. Я очень давно не снимал торговли на своем аккаунте. Итак, смотрите, что я делал до этого. Я искал сигнал. И вот, я нашел хорошую ситуацию. Она, в принципе, не очень хорошая, но здесь заработать можно. Идет затухание. Я нашел маленькую консолидацию. Вот, видите, отличная ситуация. Вот здесь можно было бы заключить сделку на понижение. Так, смотрите. Я ищу дальше, да? Но эту ситуацию я уже для себя отметил. Все, я за ней наблюдаю. Смотрите, здесь нету горизонтального скальпинга. Здесь тоже нет. Чтобы зарабатывать, я вам уже говорил, нужно контролировать свои три основные метрики. Это свою стратегию, money management и risk management. Итак, я вам хотел записать видео, где вот я торгую строго в горизонтальном скальпинге, не по тренду, потому что вы мне говорите, как так? Ты говоришь, что ты торгуешь в горизонтальном скальпинге, я зашел по тренду. Но если я вижу отличную сделку по тренду, почему бы не зайти? Но вот здесь я хотел поторговать строго в горизонтальном скальпинге. Итак, смотрите, я здесь ожидаю сигнал. Вот у нас уровень поддержки. И вот где-то здесь уровень сопротивления. Вот. 2.15, 2.40. Вот сколько длится наш коридор. Сейчас цена, смотрите, между, да? Сигнала нету. Пока я просматриваю другие валютные пары. Итак. Здесь по риск-менеджменту я должен заключить в свою торговую сессию две сделки. Я торгую очень мало, поэтому я перекрываю сделки догонами. Вот смотрите, есть другие ситуации, да, трендовые ситуации. Вот, например, здесь, да, по тренду можно заходить. Но если вы выбрали для себя, что вы торгуете в горизонтальном скальпинге, придерживайтесь этой ситуации. Вот. Вот, отличный сигнал, да, я уже готовлюсь. Жду и заключаю сделку. На отличном пике захожу на понижение. Так, про риск менеджмент я вам сказал, money management. Контролирую третью свою метрику. 0,5% от депозита. Депозит у меня 10 тысяч, я вывожу деньги, держу этот депозит и заключаю сделочку на 50 рублей. И сейчас вы мне скажете, да 50 рублей, это же полная херня, ты так много не заработаешь, да я на своей обычной работе больше зарабатываю. Так, смотрите. Хороший был сигнал, да, я его пропустил. Еще раз, цена касается уровня, вот, поддержки. Я немного затупил, да, в плохой точке зашел. И я захожу на повышение. Итак, я вам уже говорил, что теперь моя цель научить вас зарабатывать, научить вас контролировать себя. Первая сделочка заходит, все отлично. В прошлых видео я вас учил торговле. Можете смотреть мои прошлые видео. Там чисто торговля. И зарабатывать вы не научитесь. Теперь я вам показываю все на своем примере. Money management, risk management. И среди моих подписчиков 80%, которые торгуют с депозитом до 10 тысяч. Все, конечно же, хотят разгона, но вам нужно привыкнуть. Вам нужно привыкнуть торговать на таком депозите. Итак, смотрите. Такой ситуации я не ожидал, но такие ситуации случаются. Происходит пробой уровня поддержки.
Вы будете говорить, как так? Да блин, такое случается. Произошел пробой, ничего страшного. Сигнал заходит в минус. Главное здесь не заключать сразу же вот от этого уровня еще сделку на повышение. Нет, не спешим. Вот в такой ситуации, когда у вас произошел пробой, вот смотрите за моими действиями. Мы берем паузу, смотрите, мы оцениваем ситуацию. Так, у нас была консолидация определенная, которая продлилась, да, там полчасика, все. Произошел пробой, ничего страшного, смотрите, что я делаю? Я ожидаю. Нам нужно вот, чтобы цена подошла к уровню поддержки, вот. К уровню 1.2895. Вот, где мой курсор. И сейчас я просто ожидаю. Так, по своей концепции, да, у меня два сигнала, но, видите, я снимаю видео, и здесь я хочу нарушить свое правило, сейчас я нарушу свое правило, я заключу еще один сигнал. Но так делать не нужно, вы не снимаете видеоролик. Был бы плохой видеоролик, да, вот одна сделка в плюс, одна сделка в минус. Вы просили торговлю, вот показать, как я анализирую, как я торгую, вот я решил заключить еще одну сделку. Смотрите, я до сих пор ожидаю, я, ребята, не спешу. Нам нужен уровень 1.2895. Вот, коснулась цена один раз этого уровня. Здесь идет уже затухание. Видите, цена притормозила. И я, не дожидаясь разворота, заключаю вот сделку на повышение. Можно подождать было бы еще. Вот, видите? Вот, цена четко касается нашего уровня. Сейчас я его вам покажу. Вот, идет отскок. Вот этот уровень. Итак, смотрите, да, мое процентное соотношение, да? Депозит 10 тысяч, первая сделочка 50 рублей. Вторая сделочка 150 рублей. А если бы депозит у меня был 1 000 000, первая сделка была бы 5 тысяч, вторая сделка была бы 15 тысяч, третья сделка была бы 50 тысяч рублей. Это очень большие деньги. То есть все дело в процентном соотношении. Понятное дело, чем выше депозит, тем меньше сделки вы будете заключать, потому что вы будете нервничать. Вот, сделочка заходит в плюс, хоть и опасно. А чем меньше депозит, конечно же, вы не так переживаете, да, за свои деньги. Если у вас депозит 350, конечно же, вы не будете заключать сделки по 30 рублей. Вы будете заключать сделки all-in'ом, потому что это очень маленькие деньги. Но если у вас было бы на счету 3,5 миллиона, а не 350, вы бы не заключали сделку, да, на 3,5 миллиона. Итак, вот, смотрите, мои сделки, да, 14-е 3 сделки, 13-е 2 сделки, 10-е 2 сделки, 7-е 1, 6-е вот. То есть нарушаю, видите, да, я немного свои правила, но больше 3 сделок не делаю. Дисциплина прежде всего. И вот, посмотрите, какой у меня шикарный процент. Если вы будете перезагружаться, у вас будет такой процент. Если вы будете каждый раз подходить с холодной головой к торговле. Итак, ребята, давайте подведем итоги. Таким способом, такой торговли, вы должны подготовить себя к стабильности. Это очень важно. Контролируйте 3 свои основные метрики. Если у вас есть money management, первая сделка 0,5% депозита, она должна быть всегда 0,5%. Потом, risk management. Опять же, для каждого индивидуально. У вас может быть 3 торговые сессии. У меня вот одна торговая сессия, да, вот одна 10-минутка. И в одной торговой сессии 2 сигнала. У вас может быть, я вам уже объяснял, на утренней торговой сессии 3 сигнала, на дневной 3 сигнала и на вечерней 3 сигнала. То есть 9 сигналов в день. У меня 2 сигнала в день, у вас 9 сигналов в день. Но за одну торговую сессию очень важно делать не больше 3 торговых сигналов и делать перерывы между торговыми сессиями. Выполняя все эти шаги, вы научитесь дисциплине. Вы должны привыкнуть к своему депозиту. Ребята, будьте готовы полгода, год не зарабатывать. Не зарабатывать, потихонечку привыкать. Не нужно никаких разгонов, потому что если вы разгоняете, вы, например, с 5000 делаете там 50 тысяч, вы не привыкли к таким деньгам, у вас нет дисциплины. У вас хаос, и как быстро вы разогнали, так быстро вы и слили. Вот почему заработка в долгосрочной перспективе у вас не будет. Я понимаю, вы хотите вот залить 500 рублей,
недельку потренироваться на демо и с этих 500 уже сделать там 100 тысяч. Ребята, это невозможно. У вас это не получится. И не из-за того, что вы не умеете торговать. Вы можете отлично скальпировать. Вы можете скальпировать лучше меня. Но вы сольете эти деньги из-за человеческого фактора. Потому что вы не будете дисциплинированы. У вас будет жадность, да, вы почувствуете, что вы так легко, да, с 500 рублей смогли сделать сотку. У вас не будет никаких лимитов. Вы будете все сливать. Вот таким способом вы будете учиться. Учиться дисциплине, и вы будете учиться привыкать к депозиту. Если вы вот так вот потихонечку, да, по 50 рублей будете торговать по 30 рублей на депозите в 10 тысяч, вы будете привыкать, привыкать, привыкать. И эмоции все меньше будут вас контролировать. Вы будете контролировать себя. Вся проблема наших людей в том, что они хотят все и сразу. Они не готовы вот год, два года не зарабатывать, учиться. И потом уже, да, быть миллионерами, потом уже быть в шоколаде. Они к этому не готовы. Это касается всех бизнесов. Да, люди... Лучше будут 40 лет ходить на свою работу, но они не готовы переждать вот этот вот период, да, когда нужно научиться. И вот потом у вас будет все в шоколаде. Да, это будет очень сложный период. Вы будете терять деньги. Это везде, это не только вот в опционах. Это в любом бизнесе. У вас не будет денег, вам будет очень тяжело, у вас ничего не будет получаться, но этот период должен быть всегда. Никогда за всю историю еще не было таких примеров, да, что вот люди что-то вот нашли и сразу же с этого сделали миллион. Никогда так у вас не получится. Если вы мне не верите, пролистайте мой канал вот в самое начало. Посмотрите, сколько я там торговал на вот маленьких депозитах. Я учился, учился, учился. Я не пришел непонятно откуда, и вот у меня на счету миллион. Нет, посмотрите, да, у меня депозиты были по 1000 рублей, по 4000 рублей. Я торговал, выводил, торговал, выводил, торговал, выводил. Я откладывал деньги. Я учился привыкать к таким деньгам. Я понимал, что это очень сложный путь, но также это очень интересный путь. И вот, когда я залил свои первые 1000 евро на Binomo, я боялся тогда залить такие большие деньги. Я там заливал по 100 евро, по 200 евро, по 100 долларов, по 4000 рублей. Зарабатывал, выводил. Я боялся, да, рисковать с такими деньгами. Но... У меня уже был опыт, я уже много депозитов к тому времени слил, у меня уже была дисциплина. Вот с годами она уже у меня выработалась, эта дисциплина. Я сам, того не осознавая, следовал риск-менеджменту. Вот посмотрите мои видео, я там следовал риск-менеджменту. Я заключил 3 сигнала за одну торговую сессию, ушел. Заключил 3 сигнала, ушел. Вот так вот постепенно, ничего не бывает сразу. Я шел к своей мечте. На этом я буду заканчивать. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку и обучению. Первая ссылка в описании. Чтобы сюда попасть, достаточно написать в сообщение этого сообщества «Прими в команду» и отправляйте сообщение. Попасть можно только таким способом. Ребята, у меня одна оригинальная группа по заработку. Вот она, одна. У меня одна оригинальная страница в Инстаграме, в ВК. Я никогда никому не пишу первым. Я не раскручиваю депозиты. Я никогда ни у кого не прошу денег, ни под каким предлогом. Я наоборот отдаю людям деньги. Я провожу конкурсы. Каждый день я раздаю по 1000 рублей. 500 рублей раздаю в открытой, 500 рублей раздаю в закрытой группе. Каждый день. Так что не ведитесь на мошенников. Все остальное мошенники. Все мои оригинальные страницы только в описании под моими видео. Кому интересно, смотрите статистику моих сигналов из закрытой группы в открытом телеграм-канале. Вторая ссылка в описании. Это чисто канал со статистикой. Здесь торговли нет. Также подписывайтесь на канал по торговле. Третья ссылка в описании. Инстардинг торговля. Сигналы для Олимтрейд. Подписчики мне присылают свои видео, и я публикую их на этом канале. Также подписывайтесь на канал с отзывами, Инстардинг отзывы. Здесь не только отзывы. Здесь подписчики делятся тем, какие книги они прочли, дают советы, тоже очень много интересной и полезной информации. Ну и, конечно же, обязательно, обязательно, обязательно подпишитесь на основной канал. У нас уже 126 тысяч. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поставьте этому видео лайк. Всем желаю заработка в долгосрочной перспективе. Всем пока, а теперь...